Приехал русский из Москвы на джипе. Сказал, что хочет снять мой дом. Жил все время в ощущении, что вот сейчас поднимусь, заработаю, вернусь к тебе. Думал, ты не придешь. Жажда наживы привела. Вер, ты что? Сестры хотят. Иван, ты мигрант. Все, спасибо. Я же учусь для вас. Такая учить меня устраивает. Знаете, что это место твое? Скажите, он утонул? Подождите, скажите, пожалуйста, он утонул.